зрителям, подписчикам канала Раська Усаева привет. Сегодня у нас 1 мая, 18 год. Приехали на монтаж. Будем собирать теплицу фермер VIP. Шириной 3, длиной 10 метров на брусе. Пока что выгрузились. Приступаем к работе. Вставили каркас теплицы, закрепили его к брусу, выровняли по уровню, накинули поликарбонат, прихватили. Сейчас будем делать фрамуги и далее закрывать их поликарбонатом. Потом у нас двери, прокручивать все и так далее. Закончили монтаж теплицы фермер VIP, шириной 3, длиной 10. Пойдем смотрим. По торцам у нас расположены разрезные двери форточки. Каркас теплицы сделан с профильной трубы 40 на 20, основная арка, подпирающая из трубы 20 на 20, полимерно-порошковая окраска. Также для большей жесткости каркаса сделаны диагонали укосины, по 2 штуки на каждую сторону. Поликарбонат использовали 4 мм, 0,7 плотность. Сам каркас стоит у нас на брусе. Брус 100 на 150, положены плашмя и закреплен к земле колышками. Брус пропитан антисептиком обязательно. Также в теплице у нас имеется 4 коньковые фрамуги, которые управляются термоприводами. Теплица очень надежная за счет того, что арки у нас в виде фермы. Очень прочная, противостоит всем снегам. Произведен монтаж. Теплица фермер VIP 3 на 6. Труба 20 на 40. Брус 150 на 100. Плашмя клиент захотел. Неделю назад ставили 3 на 10. Понравилось. Вот решили установить еще одну. Разрезные форточки, труба 40 на 20 усиленная, снизу 20 на 20, то есть выдержит все. Вот на этом все. Задавайте вопросы, пишите свои комментарии, ставьте пальцы вверх. Всем пока!